у нас в России, но не думаю, что день, когда мы чествуем и выражаем благодарность нашим предпринимателям, это особый день, особый праздник. И очень славная история города Назарово. Это бывший масштабный российский город с развитой экономикой, с развитой промышленностью. Но после того, как после развала Советского Союза был период, когда к власти пришли, был небольшой период, когда младореформаторы, благодаря им, в кавычках, развалилась крупная промышленность, в том числе в городе. Но только благодаря предпринимателям города город выжил, город уже дальше развивается. Сегодняшние предприниматели обеспечивают огромный список и перечень продукции, которые и услуг они оказывают. Сегодня здесь представлена в таком небольшом ассортименте выставка. Я вчера знакомился с нашими металлургами. Два предприятия, которые выпускают до 600 видов наименований продукции, отливают. Это уникальное на самом деле предприятие. Я очень уверен, что в тех условиях диких санкций, которые пытаются поставить нашу страну, я уверен, что наши предприниматели смогут составить ту достойную конкуренцию, и город и впредь будет развиваться. Всем и каждому предпринимателю я сегодня выражаю благодарность, как руководитель города, за вашу социальную ответственность, за судьбу города, за те рабочие места, которые формируете, за то бережное отношение к развитию города, которое проявляете. И на самом деле, это тот день сегодняшний, который обозначен как день, прежде всего, поддержки предпринимательства российского, очень актуальный для нашего города. И под бурные аплодисменты мы всем предпринимателям города Назарово говорим спасибо, друзья. Мы говорим слова искренней благодарности всем, кто принимает.